на вокзальной площади. Памятник Ленину жив, живёхонек. А рядом привязался магазин «Мечта». Вот такая несусветная хренота. Юрген помнит советские времена, когда задача у всех была одна, когда человек человеку был другом, товарищем и братом, а не хрюком. В те времена милиция работала четко, и работы был мизер, лишь профилактика водка. Ключи от квартир оставляли под коврикам, друг друга берегли и уважали всем дубурикам. Сегодня у цели пороки раскрылись. Сегодня стремиться к богатству, хапу калауреатству. Горе депутатству.